И что же? Он снова ушел к этой кудрявой? Но это правда важно. Потому он и пошел. Но он же сказал, что не будет там работать. Что случилось? Так оно и было. Но они его ждали. Помолчи, Эргин. Скажи мне, Мирза, куда собрался Фират? Так он же ушел. Здесь что-то не так. Я знаю, вы что-то задумали. Мирза, ответь. Скажи, что ему позвонили, умоляли не оставлять их одних на конкурсе. И именно поэтому Фират ушел. Да, конкурс. Нам нужна твоя помощь, нам нужно приготовить, говорили они. Помогите скорее, говорили они. Говорили. Правда. Это та девчонка сказала? Ясно. Она ни за что не отпустит Фирата. Снова самой со всем разбираться. Когда ты так говоришь, мне становится интересно. Дорогой, я поговорю с Фиратом. Я об этом. Да, это я. Я так и подумал. Это все не мое, это дочкино. Это я тоже понял. Мне жаль, что вам пришлось далеко ехать. Я нашла ваш номер в ресторане. Хорошо, что Кандемир мне его дал. Только не сердитесь на него. Ерунда. Если честно, я удивлен. Не думал, что мы встретимся вновь. Я была груба с вами в последнюю нашу встречу. Даже очень. Но вам этого показалось мало, и вы решили мне позвонить, чтобы сделать это еще раз. Нет, нет, пожалуйста. Мне и так стыдно. Все в порядке. Султан, так что случилось? Почему вы решили встретиться? Я пытаюсь понять вас, Султан, но поверьте, все это очень странно. Вы можете понять, что происходит, Хазим? Я не понимаю, зачем он все это делает. Сегодня утром он сказал, что завязал с рестораном, а потом взял и вернулся, как будто ничего и не было. Если проблема и была, то она уже решилась. Это не так, Хазим. Фират совсем из ума выжил. Этот ресторан совсем лишил его рассудка. Султан, вы же все видели, сами посудите. Моя дочь выходит за Тайлана. Что тут может произойти? Нет, я ничего такого не думаю. Но вы же ищете во всем этом какую-то причину. Я видела глаза Фирата. Они светятся, когда он смотрит на вашу дочь. Я боюсь, Хазим. Правда боюсь. Пожалуйста, говорите яснее, Султан. Что между Фиратом и нас? Это вам. Спасибо. Пожалуйста. Послушайте, Султан, мы говорим уже 10 минут, но вы мне ничего толком не объяснили. Все, что я услышал, основано исключительно на предположениях. Думаю, вам не о чем беспокоиться. Все в порядке, Султан. Фират никогда не захотел бы никого ставить в затруднительное положение. Но сердце у него не на месте. В таком состоянии люди непредсказуемы. Некоторые вещи уже не такие, как в наше время. Сегодня молодые люди
Не такие ранимые и более толстокожие. Поверьте, Феррат не такой. Он как его тёшка. Он ни за что не опустит руки. Даже если ему будет очень больно. То есть, как вы? Вы же знаете, о чем я, Хазим. Я не хочу никого обвинять. Я просто хочу, чтобы вы были осторожнее. Я бы хотела ошибаться, правда? Я надеюсь, что вы правы. Надеюсь. Спасибо вам. За воду. Пожалуйста. Хорошего дня. Ты снова вчера вернулся домой посреди ночи? У меня были дела. Думала, что это закончилось, но это продолжается. Ты никак не оставишь ее в покое. Сынок, ты так пытаешься забыть Асуман. Нет, тетя. Я ее не забыл. Она все еще здесь. Тогда зачем все это?